Первое заседание нового состава молодежного парламента – это, помимо прочего, и первая возможность ближе познакомиться с коллегами. В представительный орган вошли 15 жителей муниципалитета в возрасте от 16 до 32 лет, прошедшие конкурсный отбор. Заседание открыл председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Повестка у вас на руках. Предлагаю ее утвердить. Кто за? Против? Воздержались? Решение принято. Единогласно был избран и председатель молодежного парламента. Им стал Никита Роговский, руководитель местного отделения молодой гвардии «Единой России». Но прежде чем приступить к работе, членам молодежного парламента вручили удостоверение их нового общественного статуса. После чего Станислав Радченко уступил место председателю вновь сформированного органа. Предлагаю установить две должности заместителей председателя в молодежном парламенте. Предлагаю две кандидатуры. Это Долтов Матвей Олегович и Усанова Мария Алексеевна. После выбора должностей в молодежном парламенте на первом заседании обсудили основные направления работы, на которых парламентарии сосредоточатся в первую очередь. Это организация серии форумов для инициативной молодежи округа и возвращение одной из добрых традиций – проведение праздника для выпускников на Советской площади. По поводу выпускного на Центральной площади, все ребята прекрасно к этому относятся. Я думаю, что, точнее, мы уже начали работу по этому вопросу. А в ближайшее время мы представим наши наработки Совету депутатов. По поводу форумов, уже намного сложнее вопрос. Здесь требуется бюджет. Были назначены ответственные из нашего состава, которые займутся подсчетом, будут контролировать эту ситуацию. И по итогу мы уже дадим ответ в социальные сети, что у нас с этим вопросом. Судя по реальным планам и целям, которые участники парламента поставили перед собой уже на первом заседании, они смогут достойно представлять интересы молодежи в Совете депутатов Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.